Вот уже 30 лет один из крупнейших региональных банков «Примсоцбанк» помогает развивать экономику региона и решает финансовые вопросы жителей края. В этом зале собрались сотрудники и приглашенные гости, чтобы отметить очередной юбилей и подвести итоги проделанной работы. Я искренне желаю вам процветания, оставаться такими же внимательными и чуткими к мелочам и всего самого хорошего всем сотрудникам банка. На протяжении 30 лет дружная команда «Примсоцбанка» росла. И вот их уже практически 2000 человек. Офисы в разных уголках страны – в Приморье, в Москве, в Санкт-Петербурге и в других городах. И в этой организации заботятся о каждом, оказывая социальную поддержку. Это различные выплаты, путевки для детей в лагеря и многое другое. Команда, конечно, собирается по крупицам. В первый момент или в первый день я пригласил тех людей, которых знал, с которыми работал. Это было 5-6 человек. Не все пошли, ну там четверо пришли. А потом постепенно банк рос. То есть и самое главное, принцип отбора был, это естественная эволюция по профессиональной пригодности. То есть, тот, кто лучше работал, тот оставался. В первых рядах те, кто только начинал эту эпоху в далеком 1994 году. Сейчас они на пенсии, но не смогли пропустить важный день. И вот в зале лучшие из лучших. На сцене под аплодисменты наградили специалистов банковского дела. Знаком Ассоциации банков России Бабичева Сергея Викторовича, первого заместителя председателя правления. Благодарственные письма, почетные грамоты от губернатора Приморского края и почетные знаки от Ассоциации банков России, а также от администрации города Владивостока вручили лучшим сотрудникам Примсоцбанка. Я с полной уверенностью хочу сказать, что этому банку можно доверять любые социальные проекты не только в России, но и международные. Те проекты, которые сегодня поднимут и статус, и имидж нашего города Владивостока и Приморского края. Этот банк активно помогает в развитии экономики региона. И только за прошедший год организации было выплачено больше 1,5 миллиарда рублей. Это налог в бюджет Приморского края. Банк присутствует уже не только на территории Дальнего Востока, но и на территории всей нашей страны. Как сегодня увидели, уже более 50 филиалов, более чем в 30 городах страны. И это действительно достойно похвалы и аплодисментов. Таких успехов добилась сильная команда Приморского банка за 30 лет. И столько же еще впереди. Ведь коллектив молодой и амбициозный. И останавливаться на достигнутом они не собираются.